Здравствуйте, друзья! Автоматизация, про которую я сейчас хочу рассказать, используется у меня уже несколько лет. Изначально это был эксперимент для проверки одной из моих теорий, но решение оказалось удачным, и я решил ее оставить. Со временем я несколько раз модернизировал ее конструкцию, но сама логика осталась неизменной. Возможно, мое решение окажется кому-то полезным как шаблон, либо подскажет решение для собственной задачи по автоматизации быта. Схема довольно простая. Справа сверху входная дверь. Над ней светильник с умной лампочкой под патрон Е27. Это прихожая, которая соединена с коридором, посреди которого находится потолочная люстра. Лампочка Zigbee от Акара. Люстра в коридоре E-Light 650. Главный выключатель находится возле входной двери. Я имею в виду, что там находится вывод питающих проводов. На самом деле все управление исключительно логическое. По событиям нажатия на клавиши Sensor Action, а на выключателе установлен режим Decouplet, а сами реле постоянно замкнуты. Кроме этого выключателя есть еще несколько точек управления, логические выключатели, датчики открытия и движения для каждого из светильников, но тут я расскажу про один частный случай. В коридоре еще находится беспроводный выключатель Акара, который управляет освещением в гостиной, он находится возле входа в нее в очень удобном месте. На нем оставалось свободным одно событие – нажатие на обе клавиши. Его я и решил приспособить для управления обоими светильниками. Как обычно, я везде, где можно, использую дополнительные объекты, которые создаю сам. В данном случае это бинарный сенсор на платформе Template. Тут я показываю свой реальный рабочий пакетч. В описании под видео вы найдете ссылку на текстовую версию показанного тут решения. В этом кейсе состояние создаваемого сенсора привязано к состоянию одного из светильников, это лампочка Акара в прихожей. Он включится через 10 секунд после включения лампочки. Для чего нужна эта задержка, я покажу чуть далее. Это визуализация, иконки для этого сенсора, которые меняются в зависимости от его состояния. Этот элемент не обязательный, на логику работы не влияет. Теперь автоматизация. Как я и сказал, в моем случае ее триггером служит событие нажатия на две клавиши выключателя. Конечно, ограничений по количеству триггеров тут нет. Суть тут заключается в том, что в зависимости от ряда условий автоматизация будет реагировать на них по-разному. Напоминаю, что в моей конфигурации в автоматизациях имеется дополнительное условие в виде виртуального переключателя. К логике ее работы он не имеет отношения, это особенность моей системы управления умным домом, где предусматривается резервный сервер управления. В сокращенной текстовой версии кода я это условие убрал. В разделе действий установлен селектор условий, которых тут будет несколько. Логика автоматизации будет их по очереди проверять и при соблюдении выполнять соответствующие действия. И первое – это вариант, когда оба светильника и лампочка и люстра выключены. В этом случае лампочка, у меня она выполняет роль первичного светильника, включается с заданными параметрами яркости и цветовой температуры. Следующее условие сработает в том случае, когда лампочка включена, а люстра выключена, но с соблюдением еще одного фактора – созданный ранее сенсор тоже выключен. Другими словами, это условие сработает только в течение 10 секунд после включения лампочки в прихожей. Для этого и нужна была задержка, установленная в сенсоре. Ее длительность выбирается в зависимости от потребностей. То есть, если после первого нажатия на две клавиши, которые включают лампочку, в течение 10 секунд я еще раз на них нажимаю, тогда включается уже люстра в коридоре, которой тоже задаются параметры яркости и цветовой температуры. Следующее условие сработает в том случае, когда оба светильника в прихожей и в коридоре будут включены. Тогда они оба будут выключены, тут других вариантов и нет. Далее идет условие, которое будет соблюдаться, когда созданный ранее бинарный сенсор включен, то есть лампочка светит более 10 секунд, а люстра в коридоре выключена. Тогда нажатие на две клавиши выключит горящую в прихожей лампочку. Удобно, когда не хочется ждать отключения по датчику движения. Кстати, это одно из наиболее частых применений автоматизации, когда, проходя в гостиную, я по дороге отключаю свет в прихожей. И если не сработали все предыдущие условия, остается последний вариант, когда включена только люстра в коридоре. В этом случае то же самое нажатие отключает уже ее. Всего данная автоматизация содержит 5 вариантов различных условий, но это, конечно, не предел. Теперь проверим, как она работает. Вместо выключателя тут input button. Срабатывает условие, включающее лампочку в прихожей. Сенсор еще не включился.
поэтому теперь включается люстра. А теперь выключаются оба светильника. Еще раз включим лампочку и подождем 10 секунд. Сенсор включился. Теперь вместо включения люстры выключается лампочка. И вариант, когда светит только люстра в коридоре. Автоматизация отключит ее. Как я и сказал, изначально эта логика была реализована как тестовая. Я изучал вариант обработки не только состояния устройства, но и длительности, в котором оно находится. Но тест прошел настолько удачно, что я решил оставить эту автоматизацию, впоследствии изменив только конструкцию. Логика осталась та же. Автоматизация может быть легко модернизирована, например, созданием еще одного сенсора, который будет зависеть уже от состояния двух светильников, например, для возможности включения третьего и так далее. На этом все. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно стать спонсором канала или оформить подписку на сервисе Patreon. Также я веду и телеграм-канал, буду рад, если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки на все устройства, показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира!